Вот так ушел наш батальон, поднятый красной ракетой, чтобы отбить у духов склон, и пять ребят на склоне этом. Мы знали, что друзьям не встать, уже вовеки желтой глины, но их тела врагу отдать на растерзание не могли мы. Как право их могли лишить землей своей родной слиться, землей стать и вечно быть Россией горькой частицей.